Всем привет! Мы снова приехали в дом. Погода нам не помогает. Можно сказать, она нам абсолютно мешает. Вот у нас на участке вот такие вот лужи. Просто большие, огромные. И это нам, конечно, осложняет всю работу. Будем сейчас, наверное, заниматься выкладкой стен, пока это все просыхает. Потому что мы в таких условиях, в такой грязи, конечно же, не можем ни рыть здесь траншеи, ни устанавливать септик. Придется ждать и заниматься пока другими делами. Такую погоду у нас обещают на несколько дней. Вот вчера шел сильный ливень. На сегодня его тоже обещали, но не знаю, пока солнечно и жарко. Будем ждать. Что ж поделать? Значит, так надо. Все идет по плану, как говорится. А что теперь тут снимать? Снимать больше нечего. Было бы, конечно, хорошо, если бы сегодня это закончить. Эту стену? Но тут осталось немного. Она самая тяжелая. Блоки-то тяжелые. На самом деле было бы прямо замечательно. Вот как следующие, на чем ты стоять будешь? Тут вообще, конечно. На стремянке такое себе. Легкие. Это уже ты просто адаптировался, легкие они. В общем, осталось-то немного совсем. Поглядываю, чтобы там линия шла, совпадала. У нас готова стена. Ура! Было сложно, но мы справились, да? Ну все. Дальше пойдут стены из вот таких блоков. Это будет уже попроще. Обедать-то будем? Да, идем кушать. У нас обеденный перерыв. Столовую. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Эта стена готова. Все. Слава Богу, было тяжело, но мы справились. От меня, конечно, только моральная поддержка в основном, потому что блоки тяжелые. Ну и, конечно, так поднести, подать, поддержать. Вот здесь еще будем замазывать все, заштукатуривать. Все, наконец-то, слава Богу. Сейчас... Вот сюда переместились. Приступаем к выкладке стен здесь. Теперь вот это построитель плоскостей. Вот сейчас эта штука очень-очень пригождается. Вот мы плоскости выстроили. Вот. Теперь будем... Здесь прижимается плоскость сразу и все решается. Теперь будем выстраивать стену. Эта штука нам показывает все. Там уголок не дает, четко выставлено тут. Угу. А эта сторона. И сейчас будет ровно выкладываться стенка. Вот так вот. Все полезные гаджеты пригождаются в итоге. Все инструменты. И вот этот вот миксер. Не так давно мы тоже его брали. Вот он месит раствор очень быстро. 5 сек и раствор готов. Целое ведро. Так вот попробуй его помеси. В общем, гаджеты полезные очень пригождаются. Так что начинаем.
Это только десятая часть гаджетов. Которые у тебя есть еще? Здесь. Которые здесь, там еще в этом, в гараже. Вот он нам не дает-то ничего делать. Опять льет. Да такой сильный льет дождь. Ну что ж, будем ждать, когда это теперь все просохнет. И когда оно просохнет, неизвестно. Пока будем выкладывать стены. Что поделать? Значит, так надо. Мы сделали уже вот такую часть стены. Вот осталось до потолка. Ну, наверное, половины еще нет, я думаю. Но уже вырисовывается стена у нас. Продолжаем. Раствора у нас еще много, а энтузиазма уже мало. Но пока еще поработаем. Впереди, вверх. Выставим. Продолжаем. Следующий пока не мажь. Хорошо. Потому что сейчас сюда надо.
движуху мы себе нашли. Мажь. Мазать? Здесь мажь. Где? Вот здесь. Здесь. Офигеть, была обязательно, стала шубатушиться. Да, обязательно стала штукатушиться. Ну, так в жизни бывает. Что ж поделать? Значит, итог сегодняшнего дня — это мы заложили вот эту стену и вот эту стену мы сделали. Прям нам осталось совсем чуть-чуть, мы уже просто устали. Мы сегодня сделали много. Вот, вот эта вот стена между душем и котельной. Вот настолько она уже сделана. Мы сегодня молодцы. Пока дождь нас подводит, мы строим стены. Дождь перестанет идти, просохнет земля. Будем дальше продолжать работы на улице. Доделать нам надо скважину, обустроить и прорыть траншеи и проложить кабель. На сегодня все. Может быть, я сделаю это видео из нескольких дней. На сегодня все. Мы собираемся домой. Всем пока. Всем привет. У нас сегодня следующий день. Закладывание стен. Вчера муж доложил вот эту стену до конца. И начал делать вот эту. И сегодня мы вместе уже делаем дальше, закладываем. Это у нас санузел будет. Так, здесь все готово. Это душ. Здесь еще, конечно, нужно будет в котельной прорубить окно вот на этой стене, потому что в будущем здесь будет газовый котел. Пока мы будем электрическим пользоваться, а потом будет газовый в будущем. Поэтому нужно здесь окно делать. В общем, продолжаем работать. Здесь уже вот так. Дело движется.
Так, значит, на сегодня у нас выстроены вот эти стены. Вот эта стена, можно сказать, санузел. Вот. Но это потом уже, когда будет постоянная лестница, тут будет все по-другому. Вот тут вот зашьется все. Соответственно, вот тут тоже все зашьется. Получается, достаточно много здесь места. Нормально так получается место. Осталось нам наверху гардеробная стену выстроить. И со стенами будет покончено. Это уже все прихватилось хорошо и просохло. Это просто перед тем, как заливать, это снимается, пройдет. Этот убирается, все выносится. Вот это вот еще выстраивать нужно. Это будут ворота, как ты сказал, да? Ворота для маркиза. В общем, здесь это будет как-то закрываться, и туда будет заходить дверка. Кот, да. Чтобы вот эта дверь была закрыта. У него будут свои собственные ворота. Здесь на улице все очень неутешительно. Сегодня дождя еще не было. Но у нас здесь просто озера, поэтому не знаю, неизвестно, когда мы будем здесь копать под кабель траншеи, вообще неизвестно, пока вот строим стены. В общем-то, мы решили на сегодня больше ничего не делать, да? Мы ничего больше не будем делать? Нет. Нет? Ну и все, собираемся, едем. Всем пока, до следующего видео.